Одной из 30 площадок проведения Масленицы в округе является парк «Сосенки» в Видном. Это место традиционно притягивает семьи с детьми, ведь игровая программа рассчитана на юных зрителей, а проводит ее клоун Алекс. Но в этом году и взрослым не дали постоять в сторонке. На радость ребятам и родителей втянули в масленичные забавы. Готовы? Аня, соберись! Раз, два, три, финаль! Масленица – это время, когда вместе с зимой символически сгорает все старое и ветхое, уступая дорогу весне, переменам и обновлению. Но это праздник длиной в целую неделю. Я могу поспорить, что не все знают имена всех семи масленичных дней. Так, ну, понедельник – встреча, потом заигрыш, разгул, по-моему, и заловки на посиделки. Вот это те, которые, скажем так, помню. Нет, не все. Вчера была широкая, а сегодня… Команда вот Ани, тещи да блины, что ли, ходят, по-моему. Я, наверное, тоже не знаю. Ну, в понедельник там встреча, начало масленицы, потом как-то заигрыш вроде, среда лакомки, в четверг перелом, а в пятницу тещи к тещи на блины, тещи на вечерки. А субботу заловки на посиделки, и воскресенье самое интересное, это когда проводы масленицы, ее сжигают и встречают весну. Как известно, физическая активность повышает аппетит, поэтому всех гостей накормили блинами и согрели чаем. Как тебе праздник? Хорошо. А кормят вкусно? Да. Ну, я вот уже 2 раза ходила сегодня на масленицу, на эту и около бассейна сам. И как тебе? Нормально. Блины дай. Ну, хорошо. Да, ребята, хорошо. Прям весело так. Все стараются, молодцы. Ребятишки такие веселые. Это очень радостно, несмотря что сегодня такая вот, казалось бы, проводы зимы, а зима не хочет отступать, но это все как-то вот скрашивает, и очень приятно смотреть на это. Чем? Ну, впереди весна, поэтому всех радость. Ну что, все готовы? Провожаем зиму! И даже сожжение чучела здесь превратили в игру. Почти сгоревшую масленицу дети закидали снежками, как бы говоря: «Уходи, зима, и холод бери с собой». Александра Столярова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.